Одаривать подарками и заботой лучшую половину человечества уже начали. Сегодня без внимания не оставили ни одну из представительниц прекрасного пола. Весеннее настроение принесли с собой творческие коллективы. Прямо на глазах изумленной публики показывали фокусы переодевания. Звучала прекрасная музыка. Вели праздник преподаватели школ искусств города. Платья и прически девушкам делали анапские модельеры и парикмахеры. Красивые, умные, талантливые, целеустремленные женщины. Сегодня все для них. Я полностью уверен, что давая жизнь, женщина обязательно хочет видеть в этом человеке, в своем родном, пока еще маленьком человеке, достойного, красивого и, самое главное, нужного любви. Я хочу вам всем, уважаемые женщины, выразить огромную благодарность за то, что вы есть, за то, что вы нас любите. Поверьте, мы отвечаем вам каждый день тем же. Концерт получился восхитительный, солнечный, весенний, душевный. Такой замечательный, восхитительный концерт, позитивный, насыщенный, энергичный, заряжает бодростью, энергией на весь вот оставшийся день и уже заранее несет ощущение праздника, радости, счастья. Это так много значит. Большое спасибо всем организаторам за этот праздник. Мне понравился концерт. Это хороший подарок на 8 марта.